В детском саду «Ромашка» все готово к встрече Нового года. В каждой группе установили и нарядили елку, иногда и не одну. Украсили окна. К декору отнеслись со всей серьезностью. Все хотели победить в конкурсе «Снежная сказка на окне». Каждая группа в течение месяца вместе с родителями активно готовились к этому конкурсу. Самое главное, что приняли огромное количество родителей участие в этом конкурсе. Родители рисовали, родители делали с детьми подделки. В основном стекла украсили яркими новогодними рисунками, но нашлись и неординарные решения. К примеру, одну из групп декорировали вот такими резными узорами из бумаги. А еще воспитанники детского сада «Ромашка» приняли участие в совместном проекте историко-культурного центра и «Видное ТВ. Стихи живут повсюду». Учить и декламировать стихотворения для ребят – привычное дело, но для телевидения они это делают впервые. Ах, какой хороший, добрый Дед Мороз! Елку нам на праздник из лесу принес. Огоньки сверкают, красный, голубой. Хорошо нам, елка, весело с тобой. Мы убрали елку в праздничный наряд. Огоньки на веточках весело горят. Каждый пусть у елки спляжет и споет. Весело мы вместе встретим Новый год. Для праздничного предновогоднего выпуска проекта выбрали стихотворение Сергея Погорельского «Ах, какой хороший Дедушка Мороз». Хотим, чтобы люди на нашей земле, в нашей стране были чуть-чуть, но счастливее от того, что они смотрят на наших милых детей, которые красивые, улыбаются, которые еще не знают, что такое тревоги, проблемы. И они счастливы от того, что они читают эти стихи. В следующем году проект обязательно продолжит свое триумфальное шествие по организациям и коллективам Ленинского городского округа. Ведь каждый его выпуск наглядно демонстрирует, стихи действительно живут повсюду. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, «Видное ТВ».